Природные ландшафты у колеровых фарбах, свой авторский стиль пейзажу продемонстрировал Павел Масленников, представник ведомой династии белорусских мастаков. На его полотнах застывая зима, а хвали воды будто бы зараз опырскают настолько реалистичные сюжеты. Серед любимых Лагойские горы, краевиды на Бярезине, причем пишет не только белорусскими осины, а и занатовывая узбережье Хорватии и Черногории. В экспозицию выставки вошли произведения, созданные Павлом за последние 2 года. Это серия живописных пейзажных работ уголков и окрестностей Минска, Лагойщины, других уголков Беларуси. Пейзажи молодого Масленникова можно натхниться у столичной мастацкой галереи «Белл-Арт» до конца тыдня. Там экспонуются амаль 3 десятки полотнов.